партии говорил, что мы хотим закончить конференцию интересным тренингом. В плане того, что мы обозначим сейчас на флипчарте ряд тем, я попрошу вашего внимания, тишины, для того, чтобы собрать нерабочую группу из зала. Это достаточно просто, от вас не потребуется никаких особых усилий. Если вы видите, что вам эта тема интересна, просто поднимите руку. И мы поймем, какие темы на сегодняшний день актуальны для игроков рынка. Мы их отбираем, и буквально по 20 минут мы готовим план, скажем, рабочий план с рабочей группой на ближайшие 3 года. Как эту проблему можно решить с вашей стороны, с вашего видения? Потому что, опять же, для того, чтобы решить проблему отрасли, нужно что? Услышать ее от игроков рынка. И в дальнейшем мы уже будем реплицировать на все остальные инстанции и со всеми партнерами. Поэтому мои сотрудники смотрят за руками, я называю темы. Если мы можем сейчас проговорить и написать. Да, мы можем еще темы написать, потому что я понимаю, что, возможно, некие темы не вошли сюда в. Скажем так, я сейчас сначала озвучу. Значит, первая тема номер один. Это боротьба с потравлею джим. Вы пока слушайте, вы пока себе слушайте, определяйте, какая. Можно поднимать руку один раз. Если в группе будет больше 5 человек, значит, эта тема интересна, мы с ней работаем. Если нету 5 человек, значит, мы ее отбрасываем. Вторая тема. Работа ассоциаций. Третья тема. Як можна випливати на ціну меду. Четверта тема – селекція бджіл в Україні. П'ята – виробництво органічного меду. Я предлагаю таку тему, як откачка меду з колес. Якщо вона приймається, ми її запишемо. Якщо ні, то ваші варіанти. Работа с джентеровским сотом и подобными системами. Продажа меда с колес. Короче, и попонятнее, чтобы это... Сдача меда с колес. Если много. Мне кажется, хватит. Основные опять, да? Хорошо, поехали. Значит, боротьба с продажей бджи. Вот, ласка, поднимите руку, кому вся тема интересна, кто хотел бы принять участие в рабочей группе. Все. Считаем. Девочки, пожалуйста, примите участие. Еще раз повторю, кто поднял один раз руку, он уже в другой теме не участвует. Хорошо? Посчитали? Записали? Сколько мы? Ну поднимите руки выше. Сколько нас? Считайте быстрее. Сейчас мы все. Сколько? 13? 13. Все на селекцию. Работа ассоциации. Давайте там. А можно немножко раскрыть, как вы это? Вот второй вопрос. Работа с ассоциацией, какие вы видите на ближайшие 3 года задачи и цели должна решить ассоциация для отрасли? Ну, в частности, вот, допустим, ассоциация Херсонская. Вот, понятно? То есть это вот об этом будет речь в рабочей группе. Поднимаем руки, кому это интересно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять и десять проходит. Как можно вплывать на цену меду? Раз. Есть. Поднимаем руку тех, кто не поднимал. Посчитай, пожалуйста. Перерахунок. Селекція бджіл в Україні. Никому не интересно. 7. Ну и виробництво органічного меду. Виробництво органічного меду. Вот так и черпали. Это означает, что это очень актуальная тема, которую на сегодняшний день я тех, кто понимает. Да. Теперь, уважаемые участники, те, кто вот смотрите, те, кто голосовали, подняли руки, я попрошу всех разделиться на группу. Я сейчас за каждой группой закреплю модератора, и мы буквально в течение там, 15-20 минут генерируем 5 основных тезисов,
которые очертят план выхода данной проблематики в течение трех лет. То есть это будет 5 предложений. Как вы видите, работаем мозговым штурмом, то есть каждый высказывает свою позицию, кто-то один записывает на флипчарте. Я помощь даю своих коллег и возможно спикеры присоединяться по темам, которые вы сопровождали. Первый вопрос. Первый Нет, занимает. Сейчас, секундочку. Значит, первую тему, вот Катя, подними руку. Кто голосовал за первую тему, пожалуйста, соберитесь ближе к Кате. Первая тема – борьба с протравлением пчел. Да, идем до Кати. Подождите, пока я озвучу. Вторая тема – работа с ассоциацией. Я говорю. Ты будешь работать вот здесь, на столовой. Ко мне подходит, да? Вот сюда, да. Ко мне подходит. Все. Третья тема – как можно подавать на Сину Меду. Вот Оксана поднимает руку. Хорошо, команду туда, секундочку, да? Все понятно, да? Оксана подняла руку? Все. И последняя тема – селекция в Джим Украине. Пожалуйста, за фрикчартом здесь центр. А здесь? Для того, чтобы селекцию можно было бы рассматривать. А вы не думали о том, как в Мелитопольце сделали? Создать структуру, скажем так, людей, которые могла бы в этом направлении как практика общаться. Вы начинаете с того, что хочет от нас. Вот ни один пчеловод здесь регистрироваться. Почему? Почему? Еще раз. Не хочет. Вы что, ребят? Но у нас неважно, платили, не платили. Смотри, платили, не платили. Что? Книжка пчеловода есть? Ну, паспорт. Паспорт есть пчеловода? Да. Вы каждый год подмогли? Паша, чуть-чуть. Пока вы самая продуктивная команда. Самое лучшее решение этих всех проблем находиться в хороших отношениях с фермерами. Вот это самое лучшее. Но все равно это не работает на некоторые фермера. Информация своевременная. Но это получается как бы Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, я сплю квадратом, ну шесть. Вот шесть человек сгенерировало шесть задач, которые позволят на ближайшую перспективу частично решить и дать план реализации данной проблемы. Пожалуйста, послушайте и обоснуйте буквально фрагментарно. Ну, первый пункт это контролировать. Мышка внимание. Без этого. Ну, любая селекция это путь в никуда особо. Потом доступ до племенного материала, то есть вот, ну, нужно сначала найти тот материал, основу которого мы можем потом использовать. Налаживание контактов с институтами, то есть все равно должна быть какая-то взаимная связь, взаимная поддержка. Защита изолированных облетников, ну это можно отнести, сказали, к третьему пункту, но потому что все равно изолированный облетник, даже если мы создадим, вот как кто-то хотел уже на остров приехать за матками, то есть защиты нет никакого изолированного облетника. То есть изолированный облетник создали, а уже кто-то хочет приехать за матками. Изменение закона о племенном деле, то есть там полностью несоответствие вообще биологии пчел и так далее. Ну и, конечно, поиск инвесторов, потому что эта задача очень затратная и
окупится она не в ближайшие годы. Да. И вот по последнему пункту могу сказать, что почему это будет интересно инвесторам, потому что это оказывается достаточно маржинальный бизнес. Если, допустим, рассматривать то, что вы говорили, Украина — это хороший полигон для того, чтобы здесь создавать, ну, маточную селекцию, которую можно в дальнейшем... Нет, тестирование. Мы можем тестировать. Это может заинтересовать как иностранных инвесторов, как и бизнес, который ищет возможность вложить деньги, но не знает куда и с какой периодом окупаемся. Также и международные проекты, которые тоже работают в направлении сохранения окружающей среды и развития пчеловодчества в регион, в странах. Потенциальные инвесторы. Давайте. Агрофирмы самые крупные, самые мощные. Я сказал бизнес. Да, бизнес. То есть заинтересованы местные бизнесмены. Спасибо. Давайте поаплодируем. Оперативно. Достаточно предметно. Следующая группа. Пожалуйста, на сюда. Ближе. И несколько участников, которые генерировали идеи. Пожалуйста, тоже с собой берите. Да, кто тут был модератором? Катя, кстати, была в одной из самых масштабной проблематики. Нет, это нас экспериментировать на тему. Вот что за тема была? Это Оксана. Ну, а у представителей есть? Нет. Оксана, кто тут туда добавила? Оксана, под там. Оксана, давайте там запишем. Уважаемые, можно попросить тишины, потому что сложно перекрыть телефон и вас. Из того, что мне сказали с моей рабочей группы, да, это кооперация? Короче. Кооперация, то есть надо вместе быть и... Кооперировать. Что нужно делать для того, чтобы быть в кооперации? Ничего, сказали кооперация и все, но как бы жду, ну, вот так. То есть нужно объединяться, вступать в ассоциацию. Ну, в ассоциацию. Ну, напишите красное. Надо дальше. Придерживать мед. Придерживать мед до тех пор, пока цена не будет. Поэтому вот так вот, ну, с таким вот способом. Или взять... А как можно придерживать мед? Наташу в крем взять. Бочка. Очень просто. Нет, ну как технически это сделать? Когда не за что жить. Нет, как технически это сделать? Нужно договориться о том, чтобы мед не продавать. По-моему, как ассоциация. Мысль понятна. Вы должны, ну, я не представитель ассоциации, просто я хочу найти какие-то реальные инструменты решения этих вопросов. Изменить качество меда, чтобы он был более высокий, соответственно, цена на него будет выше. И изменить качество, это медоносы. На поддерживать качество на планете. То есть больше использовать медоносы, которые есть возможность. Своя переработка. Тише, тише. Чтобы была своя переработка, и тогда нужно не зависеть, ее удержать тогда больше. Да-да. Проводили пример, как в странах, короче, как в металлических странах, для тех, которые существуют дотации, которые позволяют фермерам, ну, дальше. Административное влияние на фермеров. Прозвучало предложение собраться, идти в облраду или в райраду и требовать, обратить на себя внимание пасечников для того, чтобы, ну, и цену, и дотации были, ну, то есть блокировать свои интересы на районном областном уровне. Во всяком случае, так не звучало. Дальше. Информационная поддержка. То есть любая поддержка, которая есть, где, ну, это и чаты, не знаю, вайберы, там и все остальное, плюс работа таких проектов, типа как нас, плюс вот такие вот мероприятия, как есть, они помогает быть больше в курсе рынка. Дотация сахара. Раньше когда-то была дотация сахара. Это было хорошее опыт. В общем, входить в дотацию сахара, как было раньше. Хороший контракт сбыта. То есть это и как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Еще немножко терпения, внимание. Ну и вообще, как говорят, почему маленькая цена? Упали продажи. Почему упали продажи? Люди бедные. Потому что, как говорят, сейчас недомедлят люди. И, соответственно, как, ну, на графике было показано то, что сейчас среднее потребление меда 60 грамм на человека, да, а было кило полтора. Вот. И людям просто сейчас недомедлят, потому что нет денег. Продажи упали, социальный уровень, ну это как бы запрос в общем в стране. Все? Да. Это вот... Аплодисменты. Руки. Следующий. Здравствуйте, пожалуйста. Ваш вариант. Ну, короче, как жили, жить не будем.
Надо по-новому. Это сыпало? Или меняйся, или умри. Пожалуйста, самое актуальное, то, что было изначально, вот там писали на дотацию. У нас это была активность Чкалова. Кто у нас представляет группу по травмам щек? Анатолий на нас. Моделировала. Пожалуйста, я еще участник. Да, я да. Травля пчел. Внимание. Какие решения вы нашли, группа, пожалуйста? Было определено несколько проблем. Это что происходит не своевременная информация об обработке обработке пестицидами. Потом, что законодательство не урегулировано, да, в этом плане, что нужно вводить штраф за несанкционирование применения пестицидов и что нужно уменьшить количество документов, которые подтверждают подтравлю пчел. Да? И получается, есть еще качество гербицидов. Должно быть соответственно, которые не влияют на пчелу. Из того перечня вопросов, которые мы описали, мы пришли к пониманию того, что информация об обработке, да, вот Трансэксперт, то есть если мы начнем работу в этом треугольнике производителя пестицидов, агроном и пчеловод, если мы всячески будем усовершенствовать этот треугольник взаимодействия, то, соответственно, агроном, аграрии будут требовать от производителей пестицидов соответственных препаратов, которые не будут влиять на пчел. То есть этот треугольник взаимодействия очень важно наладить с ним трехстороннюю сотрудничество. Да, и тогда эта проблема решится сама. Значит, для того, чтобы получать информацию об обработке своевременно, Грант-эксперт, для того, чтобы штраф за несвоевременное несанкционированное. То есть мы пришли к пониманию того, что эта процедура должна быть прозрачна. Служба там, по-моему, этим уже начинает заниматься. То есть сейчас, чтобы доказать, насколько я понимаю, чтобы доказать потравлю пчел, нужно собрать очень большое количество документов. Как мы можем на этот процесс повлиять? Только законодательными какими-то путями. Поэтому нужно объединяться в ассоциацию, выдвигать свои предложения, да, требования и подавать это в Верховную Раду. Причем мы пришли к пониманию того, что процесс как для фермера, так и для пчеловода должен быть абсолютно прозрачен и легок. Да? То есть если я понимаю, что я потравлю пчел, я использую гербициды, но не оповещу пасечников, я получу за это вот это. Да? Причем штраф будет большой. Если я там то-то, если у меня случилось вот то-то, то мои действия таковы. Система должна быть прозрачна. Один вопрос можно? Да. А как в эту схему вписывается августовское накрытие, что-то там на 16 миллионов гривен химии, привезенной из Китая, которую нашли на таможенных складах? Никак не вписывается. Зачеркните вашу схему. Нет, законодательство запретить полностью на уровне правительства использование гербицидов. Два раза запретить. Давайте будем еще сейчас раз говорить. А что пестицидами в любой подворотне торгуют? Да. Мы еще не говорили о том, что провести информационную работу о полезности, да, для фермеров. О полезности голосования лично каждым человеком на этих выборах. И о той ответственности, которую несет каждый. Давайте начнем с себя. Да? С себя. Да. Я же говорю, ответственность лично голосования. Хорошо, дискуссию можем продолжить дальше. Спасибо группе. Давайте поаплодисменты. Следующие участники. Нет, Паш, ты уже тебе пройдешь. Так, работа ассоциации как раз
где очень так знаково, мы заканчиваем, это последняя группа, да? Да, работа ассоциации, я потом подскажу почему. Паша, как раз представитель ассоциации. Спасибо всем, кто принял участие, очень активно принимали участие. Вообще работа ассоциации, мне, честно говоря, немного вначале не очень понравилось, самое начало вообще, когда еще в том зале было. Люди, которые не входят, не члены общества, с претензией какой-то, суть общества, это мы, пчеловоды, сами собрались и сами себе помогаем. А то мышление людей, у него 5 уликов, из-за того, что я пчеловод, мне уже кто-то должен, кто-то дать мне, это в корне неправильное мышление. Суть это мы, пчеловоды, сами собираемся и сами себе помогаем. Не ждите от кого-то это мышление Советского Союза. Ну, я не жил в это время, потому что я немножко не такой, но это надо искоренять, типа убирать. Смотрите, очень дельные пункты, я себе заметил, я думаю, что мы за все эти пункты реально возьмемся и все доведем в течение года до логического завершения. Первый этап предложил Сергей Иванович, предложил упрощенная форма взаимодействия с Держпродспоживслужбой. Суть в чем? Чтобы человек, пчеловод, один раз в году приходил, сдавал анализы, на этом, то есть упростить моменты с перевозками, правильно сказано, чтобы не было проблем пчеловода постоянно быть зависимым от этого органа, от ветеринаров. Это правильно, как бы, я не думаю, что мы этим... от всех органов. Да, мы этим займемся. Только один раз. Получится, не получится, уже мы будем смотреть в форме, главное двигаться в этом направлении. Второй момент, это сайт нашей ассоциации. То есть у нас есть сегменты в Инстаграме, есть сегменты в Фейсбуке, но сайта не было, это капиталовложение, потому что много чего в ассоциации мы делаем за свои личные. Я за свои деньги, отец за свои деньги, поэтому не на все хватает ресурса, но сайт мы сделаем за свои деньги, не за счет взносов. За наши деньги мы сделаем в течение полугода, я думаю, что он будет функционировать. Потом третий, профилактика травли пчел и постоянная работа разъяснительная с фермерами. Она как бы ведется, но этот пункт регулярно пишем, потому что это такая столповая цель нашего общества, и она как бы есть, никуда она не денется, лучше, хуже будет, но она будет эта проблема всегда. Потом четвертое, перевозка пчел. Мне правильно сделали замечание, что мы, я озвучиваю, что нам на каких-то личных связях, это дилетантство. Понятно, что мы этот вопрос решаем, урегулируем, но да, сделаем мы меморандум с полицией, чтобы это было официально и не решалось так, как мы по сей день это делаем. Поэтому это правильно будет и законодательно урегулировано. Потом, пятое, ответственный человек по пчеловодству, чтобы в АПК ресурсе. Об этом говорили, как бы, ну, не доходило до обсуждения, честно говоря, даже это мы не обсуждали. Мы этот вопрос поднимем с полива, да, я думаю, что такой человек тоже добьемся. Потом, информационная работа общества. Это конференция, которую мы вот сегодня устраиваем, обмен информацией, все это круглые столы, да, сборы. У нас очень правильно мы сделали, мы объехали полуобласти, половине области, вот, и Лепетиха здесь представители, Белозерка, тех, кого можно похвалить, Каховки нету, Горностаевка, полуобласти, где есть у нас, где мы удачно выбрали лидера, там вокруг них аккумулируется общество, где мы неудачно выбрали лидера, есть, так сказать, я буду озвучивать, ноль работы. А Береслав еще могу похвалить, забыл. Сказать, Береслав классный лидер тоже. А есть плохие лидеры, за которыми люди не пошли, вокруг них ничего не образовалось. И, по сути, мы зря провели там какие-то работы, поэтому учтем недостатки, будем как правильно. Потом два пункта последние. Лечение, это мое предложение, как бы лечение от воротоза в рамках области по графику. Мы попробуем это закрепить, будем эту информацию доносить до людей. Я думаю, это правильный пункт по опыту Израиля, по опыту других стран. Воплотить в жизнь его тяжело будет, но придумать и говорить легко, но будем пробовать. Я думаю, это отдельное предложение. И последний пункт, это обратная связь. Каждому из вас обращаюсь и хотелось бы, чтобы не с претензий вы начинали взаимодействие, а каждый, есть какое-то предложение, обращайтесь. У нас в каждом районе есть лидер, обращайтесь, будем обсуждать. От каждого хочется активного участия и видения. Каждый здесь очень умный человек, вот с пчеловодами общаемся. Все довольно грамотные, довольно умные. У каждого есть какие-то идеи, которые мы сегодня пообщались. И для себя много действительно я подчеркнул и то, что мы в дальнейшем пробуем сделать. Тогда я вкратце. Все. Спасибо. Я хочу заметить, что во всех темах, которые до этого тоже фигурировало слово ассоциация. То есть мы теперь понимаем, что это не пустое слово, что ассоциация отрасли нужна. Смотрите, про травлю пчел мы говорили об этом. Плывать на тину мы говорили дважды об этом.
То есть мы говорим о том, что необходимо... А можно ли вопрос по вплыванию на цену? По моему мнению, самый основной момент, никто не затронул, это популяризация меда внутри страны. Это будет давать толчок внутреннего рынка, где-то цена на автоматическую. Мы говорили о том, что нету, то есть есть ниши, которые, на которые пчеловоды на сегодняшний день даже не хотят обращать внимание, а это наши деньги, которые мы... хотим обращать внимание, мы понимаем... Временно. Пока. На сегодняшний день бесперспективно. Мы все темы рассмотрели. Борьба, работа с ассоциацией, вплывание на ЦИН, селекция бджил и, в принципе, все. Все темы, да? Спасибо всем за мозговой штурм. Это рабочий план наших действий на ближайшее есть время. Предложение ассоциации, это договориться с рынком центральным и большую надпись там сделать. Здесь мед не продает. Понравилось? То есть данная информация, поверьте, нам очень ценная, потому что мы услышали обратную связь от вас, от основных участников рынка. Мы теперь будем понимать, что вот это ваша боль, ну будем так говорить, да, и эту боль нужно систематизировать, ее нужно решать систематично. То есть мы для этого приложим усилия, благодаря партнерству с ассоциацией, благодаря партнерству с департаментом, партнерству наших партнеров, которые приняли участие в конференции. Большое вам спасибо за то, что вы вовлечены в эту сферу деятельности. Поэтому на следующий год, уже традиционный, мы уже, может быть, придем с конкретными результатами по нашим сгенерированным идеям и планам. Ну а сейчас я хотел бы пригласить партнеров, которые соизволили выделить часть своих ресурсов и для того, чтобы мы сделали ценные призы для самых стойких, или тех, еще раз повторюсь, которые зарегистрировались через интернет и через телефон контактный, который мы указывали в анонсе нашей конференции. Что мы сегодня будем разыгрывать? Катя, озвучь, пожалуйста. У нас подарки от наших партнеров АВ-100. Они здесь. Да. Добрый. Потом у нас кооператива «Повелик». Выходите, уважаемые партнеры, выходите нас сюда. А также у нас подарки от Светланы Навриненко. Светлана, пожалуйста. Вот. И? И? Кто еще? От фирмы «Торнет». Николай Евгеньевич, пожалуйста. Да. А, еще у нас Дмитрий журнала, комплект журнала. Вот, и Дмитрий. Да. Все на месте. Все на месте. Да. Итак. Начнем с чего? Начнем с того, что ставим сюда вот этот рот. У меня еще книжка есть, могу книжку подарить. Давайте сразу. Сюда, ну, давай. Еще книжку. И книжку еще есть. Ну она чи, я читаю ее. Уважаемые. Это настоящий арбуз. Настоящий арбуз. Я перемешаю, чтобы не быть предвзятым. Я уже несколько раз удивлял. Это мотивация. Вы поняли, для чего это говорил? В следующий раз старайтесь регистрироваться через наши соцсети. Таким образом, вы будете участвовать полноценно в наших мероприятиях с розыгрышем призов. Начнем с новостной. Это для промышленного производства. Да. Могу подписать. Ну давайте начнем с АВ-100, а не давайте начнем сначала с розыгрыша. И вы потом сделаете презентацию. Давайте. Еще, да? Ну не презентацию. У вас один приз? Два приза. Не смотрим, а смотрим аудиторию. А я говорю слух. Так, Тимченко Сергей Анатольевич. А что он выиграл? Он выиграл Демар. Ура! Поздравляю! Если он, конечно, есть. Есть? Нету, играем дальше. Да, и следующий это переход входа. Только по приставке. Договариваемся, кто стойкий, кто остался в зале. Может, где-то вышел, или он просто вышел? Лавриненко Юрий Николаевич, не доехал. Внимание. Все по-честному. Да. Шуличенко Виктор, есть такой? Да, где? Паспорт. Самый стойкий получает подарки. Карпенко Андрей. Нету. Давайте раздадим просто подарки. Давайте размочим уже, ё-моё. Это интрига. Нанеси черный список. Нет. Я
знаю. Там Мерчук Людмила. Нет, я вижу, у меня одна женщина стойкой осталась. Ее фамилия. Так, Желтяков, есть такой? Нет. Белый Руслан Владимирович. Устименко Николай Николаевич. Лена, на фото сделай. Проходите сюда. На фоне арбуза. О! Держите. Так, и следующий лиц, это от Белосика. Шляпа. Лицевая сетка, она правильно называется. Лицевая сетка. Так, Федорина Сергей Григорьевич. О, ес, да, акция. Спасибо. Давайте поаплодируем за... Спасибо. Кооператива ПАДИК. Спасибо, что они у нас. Так. Что мы разыгрываем? Так. Оператив. Мы разыгрываем нож. Приз нож. Электронож. Электронож. Ну, да. Электронож. Супер. Мурашов Павел Григорьевич. А нету. Пивненко Виктор Иванович. Фото можно? Еще раз. Крутяк. Туда. Не, и туда тоже можно. На всех смотрите, да. Благодарим. Это как пчелочка. Крутая. Очень хороший новогодний подарок внучатам. Тимошенко Валерий Васильевич. Это бахвас. Блинной материал! Васильевич из мэрии есть? Это, знаете, чтобы в дальнейшем правнучку захотелось заниматься вашей отраслью. Надо повышать, скажем так, молодежь в кадры затягивать еще. Ну, хочу подякувати за те, що ви нас завжди запрошуєте. І хочу побажати вам хороших медозборів. Ну і замовляйте у нас продукцію. Хороше даже. Добре. Дякую. Давайте пригласимо нас. От, ви пробували всі премьот. Да? От Світлана. Ми не пробували, проходити. Да. От один комплекс з крем'єда. Розкажи, що там внутрі. Да, здесь аж 3 баночки крем'єда різних вкусів, кому какой попадеться. З такими вкусами? Здесь разные вкусы, то есть в одном пакетике две разных, один и во втором тоже. В другом комплекте. Супер новогодний подарок. Приглашаю попробовать. Да. Это уникальная возможность, все вкусы в наличии, попробовать, что это такое. Также есть визитки, там есть сайт, очень хорошо создан сайт, вся информация есть. Спасибо организаторам. Я думаю, каждый для себя что-то новое и интересное подмечивает при каждой конференции. Ну, давайте счастливчика просто... выбираем. Да. Или счастливцу. Кравчук Владимир. Немає. Я не могу представить. Куницкий Дмитрий Валерьевич. Видел, где делают, видел, как делают. Все отлично, все хорошо. Спасибо. Все, спасибо. Так. Вогьевенко Виктор Степанович. Есть, да? Отлично. Спасибо.
Спасибо, хорошие. Спасибо. Есть. Да. Теперь Николай Евгеньевич. Николай Евгеньевич. У нас тут несколько призов. Два набора. Два приза. Два набора. Набор. У кого есть зубы, вони стануть здоровими, а в кого їх нема, вони виростуть. І другий приз, якщо це здорова ходьба. Тобто на сустави хорошо працює, так очищає кров і полівітамін. Дуже класна продукція. Ну, чане, хто в нас щасливий, де продукції класний. Так. Ходовицький Андрій Орестович. Нема? Читаємо. Так, Білас Степан Михайлович. Є. Є. А так кажуть, від мене зуби потяться. Следующий. Следующий, ще ж у нас набори ще є. Так. Сюльшин Олег Іванович. Є? Самі стойки лишили. Значить, самі стойки будуть получати подарки, да? Мацура Тарас Петрович. Є. Є. Вітаю. Дякую вам. Здорово я вам. Ну, остався у нас последний. Да, это книга, которую пересдал Денис Фадеев. Это очень интересные книги, то есть 68-го года Родионов Шабаршов «На корпусной улей и методы пчеловождения». Для тех, кто особенно промышленники или держат на корпусной системе, очень классная книга. Так что рекомендую к прочтению, читаю уже несколько раз и вам рекомендую. Штепа Юрий. Штепа Юрий Викторович. Нет. Нету. Первые ряды сейчас пойдут. Давай. Что такое? Так, Шип Юрий Владиславович. Джекпот увеличился, напряжение растет. Так, Петренко Алексей Николаевич. Какие-то первые ряды. Да. Нету. Чуть дольше, на 100%. Ковальчук Юрий Федорович. Не везет книжек. Баранов Александр Васильевич. Не, она придет тому, кто на самом деле достоин. Ждет, ждет. Да, да. Да. Так, с Киевской области ко мне приехали, фермерское хозяйство. Есть здесь? Нет, не доехали. Вот это да. Самый счастливый тогда будет. Алексей Гаврилович. И номер телефона. Есть Алексей Гаврилович здесь, в зале? Ну, не признаются, да, если был бы Алексей Гаврилович. Понятное дело, да. Мы бы сказали бы. Марченко Анатолий Иванович. Есть, Марченко. Читайте с удовольствием, если что, подарите кому-то после этого. И наконец-то мы заканчиваем нашу конференцию. Я хочу всех поблагодарить за вашу стойкость, за то, что вы все-таки в непростых наших сегодняшних условиях занимаетесь замечательным, еще раз говорю, благим делом. Для того, чтобы быть вам полезным, мы готовы, мы открыты к сотрудничеству. И еще раз повторюсь. Пожалуйста, регистрируйтесь не с целью того, чтобы мы вас. Вам надо очень важно планировать свою деятельность. Для того, чтобы организовать это мероприятие качественно, нам надо заказать зал. Мы должны понимать, сколько человек. Поэтому не с предвзятостью мы к этому относимся, что вот регистрация только для регистрированных. Только с той целью, чтобы мы планировали. А если у вас приехало 200 человек, что бы мы делали? Поэтому благодарю за то, что вы выделили время. Регистрируйтесь, и мы рады будем в дальнейшем вас сопровождать и давать вам нужные продукты для вашего развития. Спасибо.